Окончил в 1942 году Московское театральное училище имени М.С. Щепкина, класс И.Я. Судакова. В течение одного сезона работал во фронтовом филиале Малого театра. Участник Великой Отечественной войны. В 1945-1948 году. Актер драматического театра Северного флота. В 1948-1959 году. Ведущий актер театра русской драмы Карело-Финской ССР. С 1959 года работал в Московском драматическом театре имени Н. Ермоловой. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Лучшие роли в театре Саня Григорьев. Два капитана. В. Каверин. 1949. Шут. Двенадцатая ночь. В. Шекспир. 1950. Протасов. Дети солнца. М. Горький. 1954. Ведерников. Годы странствий. А. Арбузов. 1954. Штуби. Разлом. Б. Лавренев. 1956. Дульчин. Последняя жертва. А. Островский. 1957. Рос. Последняя остановка. Э. М. Ремарк. 1958. Подлай. Трасса. И. Дворецкий. 1959. И другие. Фильмография Василий Еремин. Балтийская слава. 1957. Левашов. Фильм-спектакль. 1963. Его звали Роберт. 1967. Максим Русаков. Не в свои сани не садись. Фильм-спектакль. 1972. Дмитрий Алексеевич. Свободный час. Фильм-спектакль. 1972. Олег Иваненко. Разные люди. Фильм-спектакль. 1973. Помигалов. Прошлым летом в Чулимске. Фильм-спектакль. 1975. Милицин. Разлом. Фильм-спектакль. 1977. Николай Кухаренко. Диалоги. Фильм-спектакль. 1978. Афанасьев. Месяц длинных дней. Фильм-спектакль. 1978. Отец Яков. Стойкий туман. Фильм-спектакль. 1978. Тетюев. Горное гнездо. Фильм-спектакль. 1979. Бубнич. Ярость. Фильм-спектакль. 1979. Иванов. В порядке исключения. Фильм-спектакль. 1980. Боярин Морозов. Василиса Мелентьева. Фильм-спектакль. 1982. Максим Медынский. Накануне отъезда. Фильм-спектакль. 1986. Мистер Аксенби. Костюмер. Фильм-спектакль. 1987. Приговор. Фильм-спектакль. 1989.